хотя я прошу. Я ему туда же отвечаю. Правда, я тебя как родного знаю. О, Ник. Кирюша. Привет, брат. Здорово, родной. Как оно? Это вообще путем. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, в какой фазе находится крипторынок? Кстати, что мне делать с моими активами? Маленький инвестор. Смотри, мы находимся в криптофазе криптозима. Тавтология, но похуй. Криптозима, что это такое? Я сейчас немножечко погружу в эту темку, чтобы ты имел представление, что это такое и как с этим работать. Криптозима – это отток средств из рынка. Что самое главное в рынке – это деньги. Деньги, потому что это рынок про деньги. Криптовалюта – это важно, конечно, но деньги – это номер один. Присядем? Присядем. Да, садись, родной. Так вот, в крипте самое важное – это деньги. И криптозима это как раз таки про отток денег. Все люди продают свои активы, цена биткоина падает, люди продают активы. Люди уходят с рынка объективно, не вкладываются в проекты, забывают про свои NFT, забивают хер, короче, на свои криптоактивы. Все. Это касается всех активов. Что свойственно криптозиме? Развитие, большое развитие. Потому что все стоит мало, то есть биткоин условно стоит там каких-то 16 тысяч, там... Все криптокомпании не такие нафуфыренные, все такие простые ребята. И как раз таки в моменты криптозимы развиваются разные стартапы. Условно, множество криптостартапов, метаверсов и других вещей на основе блокчейна или просто с использованием крипты. Они развиваются именно в криптозиму. Они коннектятся, создают какие-то, знаешь, дружеские отношения. И после чего на взлете, когда все летит, просто биткоин по 150 тысяч, камон! Эти ребята взлетают вместе с биткоином. Так это и работает, друг. Смотри, мы определили, что криптозима – это проток средств с рынка. В соответствии, вместе с оттоком средств с рынка падает стоимость всех активов. Ну, то есть, условно, там, какое-то время назад биткоин стоил по 70 тысяч, сейчас он торгуется по 16. Спасибо, FTX. Так вот, в связи с этим множество людей перестают верить просто в крипту. Они думают, ну херня, все, он упал. Типа, стоил 70, сейчас 16, нахер он мне нужен? Я не смог заработать, кто-то другой заработает? Ничего, типа, забуду про эту валюту, какой-нибудь другой хайп будет. Но умные ребята, умные инвесторы по типу тебя, друг, зритель моего канала. По типу таких ребят, как раз-таки, они понимают, что это отличное время для закупки активами. Условно. Понимаете, что рынок все равно цикличен, и криптовалюта это реально сильно, это не просто какая-то типа такой вброс, который пройдет через 2 года, это реально сильная тема, про которую я как раз таки рассказываю на этом канале и объясняю, почему у криптовалюты есть будущее. И как раз таки криптовалюта это та вещь, которая через 2 года, она действительно разовьется сильно, и я не даю никаких инвестиционных советов, но очень многие люди говорят, что через 2-3 года крипта будет, биткоин условно по 100-150 тысяч стоит, и честно говоря, я этому верю. Не потому, что я холдю биткоин, типа, ну поэтому тоже. Так вот, такие умные ребята, как мы с тобой, закупают в криптозиму свой инвест-портфель и активы, собственно говоря, формируют свой инвест-портфель. Так вот, это как раз таки отвечаю на твой вопрос, что делать с деньгами. Вкладывать, блядь! Вкладывай в биткоин, друг, вкладывай. Сейчас звучит какой-то конченый чел, но, чувак, биткоин обвалится за неделю с 20 до 16, блядь. Закупи на какую-то часть, он вырастет. Реально сейчас хорошее время. Я не говорю, что он дальше не упадет. Возможно, упадет до 15, до 14, до 10. Я не знаю. Да все, там тысяча дальше. Да нет. Ну, может, и до 1000, я не знаю. Но если до 1000, так это вообще классно. Закупимся еще сильнее. Подумай об этом. Просто в чем прикол? Крипторынок так устроен, что в криптозиму отсеиваются 90% всех юзеров. Остаются только реальные криптоэнтузиасты, которые верят в будущее. Не просто которые залетели на темку и ушли оттуда. Которые реально собираются, ну не говорю, что жизнь построить на крипте, но собираются действительно заработать большие деньги. Большие, не быстрые деньги, а большие деньги на крипте. В принципе, на этом все, мой друг. Теперь ты узнал, что такое криптозима, что делать тебе с твоими активами. Все, спасибо. Дорогой. Спасибо большое. Теперь знаешь, что мне делать. Знаешь? Конечно. Ай-яй-яй. Хорошего красавец. Вечера.